Добрый день. Меня зовут Надежда Астахова. Сегодня я хотела бы вам представить новый инвестиционный китайский проект, который называется Шиньинсван. Он появился на просторах интернета 14 апреля, но появился в английской и китайской версии буквально вчера. Он был переведен на русский язык, и теперь уже как бы проще нам с вами работать в данном проекте, хотя я тестирую его уже больше недели. Выплаты производятся четко, инстантом на те платежные системы, которые вы себе поставили в вашем аккаунте. Посмотрите в правый верхний угол, вы видите флаги стран, нажав на каждый из которых, вы получите тот язык, который вам нужен. В данном случае нам нужен русский язык. Рядом стоит значок, который, с помощью которого вы можете либо включить, либо выключить музыку, которая сопровождает данный сайт. Но я ее выключаю, чтобы она не мешала. Дальше мы видим калькуляторы, планы и все различные информационные данные, которые нам нужны для работы на данном сайте. Но давайте рассмотрим, что же такое данный проект. Ну, во-первых, мы видим сразу значок сертификата комода, который защищает нас от DDoS-атак. Данная система стоит достаточно дорого, то есть создатели данного сайта заранее позаботились о том, чтобы ваши деньги сохранялись и чтобы сайт работал как можно дольше. Справа мы видим сертификат, который выдан данной компании, то есть разрешение на работу с вашими инвестициями. Можете его посмотреть на данном сайте. Далее давайте посмотрим, каким же образом работает данный сайт. Ну, во-первых, мы видим, что сайт достаточно прозрачен. Видно, что работает он в течение 9 дней. Видно, сколько денег инвестировал. На данный момент это 712 с чем-то тысяч долларов. 92 тысячи уже выведено. Вот сколько посетителей в данный момент на сайте и данное число. Далее мы видим информацию о самой компании Шиньинсван. То есть компания работает на земле в Китае с 2000 года на рынке ценных бумаг. И вот совершенно недавно они решили выйти в интернет для того, чтобы использовать привлечение денег от интернет-пользователей для вложения в промышленность и торговлю на фондовой бирже Китая. Давайте теперь посмотрим, какие планы мы имеем на данном инвестиционном проекте. Вот здесь вы можете посмотреть все вклады, которые у нас есть. Здесь информация о компании, новости, все соглашения, рейтинги и так дальше. В вашем аккаунте вы можете редактировать данные. Также здесь есть реферальные ссылки. Реферальная программа трехуровневая. Первый уровень это 9%, второй 2% и третий 1%. То есть приглашать достаточно выгодно. Ну, давайте посмотрим теперь все планы. Нажимаем «Сделать вклад» и видим несколько линеек депозитных планов. Давайте начнем рассматривать по порядку. Первые четыре вклада – это у нас так называемые daily планы, ну, то есть планы ежедневные. Первый под 2,1% в день, то есть это выплачивается каждый день. Данный план работает 60 дней. Минимальный вклад 30 долларов. Максимальный по данному плану 500.
Реинвест возможен, здесь плавающий компаундинг, то есть вы ставите удобный для вас процент реинвеста, либо выводите все проценты, либо накапливаете, либо половину, то есть любую цифру от 0 до 100. Депозит в конце инвестиционного срока возвращается. Для того, чтобы выбрать план, вы должны вот в эту точечку белую поставить вот такую черненькую точечку и выбрать данный план. Следующий план уже рассчитан на 80 дней. Минимальный вклад здесь 501 доллар, максимальный 1000. То есть каждый день вы выводите 2,5%, либо вы их реинвестируете. Ну, разные стратегии могут быть. Вы можете какое-то время просто все реинвестировать, потом начать выводить, потом опять поменять. То есть все зависит от того, какую стратегию вы выберете для себя. Точно так же после окончания срока инвестирования вы можете вернуть свой депозит. Здесь, повторяю, 80 дней срок действия данного депозита. Следующий вклад у нас тоже на 80 дней от 1001 доллара до 5000, 2,75% в день. Также реинвест и также депозит в конце возвращается. И последний вклад в этой линейке, также на 80 дней от 5001 доллара до 50 тысяч. Каждый день выводятся и начисляются проценты. Также возможен реинвест, также депозит возвращается. Давайте посмотрим следующую линейку вкладов. Это классические планы. Они достаточно краткосрочны. Чем они отличаются? Здесь суммы достаточно большие. Если вы кладете сумму от 10 тысяч долларов на 20 дней, выплата будет в конце срока, реинвеста здесь нет, депозит возвращается. То есть положили на 20 дней 10 тысяч долларов, получили 20 тысяч процентов плюс, соответственно, тело вклада. Следующий план рассчитан на 40 дней, соответственно, 400% возвращается сумма здесь от 7 тысяч до 20. Точно так же без реинвеста и есть возврат депозита. Следующий план 600% на 60 дней от 3000 долларов до 15 без реинвеста с возвратом депозита. Ну вот из этих вот последний план рассчитан на 80 дней под 800%. Начинается он с минимальной суммы 100 долларов. Но это, в общем-то, возможно и реально для многих пользователей интернета. То есть тут вилка от 100 долларов до 10 тысяч. Также без реинвеста. Но, в принципе, получается 800% за 80 дней. Это очень и очень неплохо. И последние VIP-планы, их 4. Это 16-дневный план под 7%. Минимальный вклад от 1000 долларов до 7000. Здесь короткие вклады. Депозит включен уже в стоимость выплаты. То есть здесь вы получаете за 16 дней где-то 12% прибыли. Получается 7 умножить на 16, 112. То есть вложили 1000, получили 1112 на выходе. Следующий план у нас под 8% от 7 тысяч долларов на 15 дней. Точно так же депозит не возвращается. То есть эти краткосрочные вклады дают вам порядка 12-15% за вот эти вот полмесяца, на которые они вкладываются. Но зато это краткосрочные как бы вклады, вроде безопасные, деньги реально выводятся целиком всей суммой. Давайте посмотрим теперь, какие платежные системы работают с данной программой. Мы видим Perfect Money, Solid Trust Pay, EgoPay
ИПР, то есть достаточно популярная и распространенная платежная система на полях интернета. Для того, чтобы сделать вклад, вы должны выбрать любой из понравившихся вам депозитов, поставить, соответственно, точечку рядом, затем вернуться назад, поставить сумму, которую вы вводите. Процент реинвестирования вы можете потом изменить в личном кабинете, нажать «Сделать вклад» и, как обычно, в любом инвестиционном проекте продолжить процесс ввода денег, подтвердить их на своем платежном терминале. Ваши реферальные ссылки вы увидите в информации для партнеров. Также вы увидите ваших рефералов. В транзакциях вы можете смотреть ваши вклады, ваши начисления, ваши выплаты. В основном это вся информация о данном проекте. Я сказать могу одно, что проект платит. Я уже неделю его тестирую. Какое примете вы решение, это зависит от вас. Желаю вам успехов. Становитесь партнерами данного проекта.